Правописание гласных и ы после ц. Гласное и после ц пишется в корнях слов, как, например, в слове циркуль. После ц пишем и в корне слова, или в слове цифра и тому подобное. Кроме слов исключения, которых скажем чуть позже. И также гласное «и» пишется после «ц» в словах, которые оканчиваются на «ция». Посмотрите, например, такие слова, как «демонстрация», «акция». После «ц» пишем гласную «и». Гласное «ы» после «ц» пишется в словах-исключениях. «Цыган», «цыпленок», «на цыпочках», «цыкнуть», «циц». Слов немного, их можно собрать в одно предложение, чтобы запомнить. «Цыган подошел к цыпленку на цыпочках и цыкнул на него», «циц». Также гласное «ы» после «ц» пишется в окончаниях и суффиксах существительных и прилагательных. «Лисицын хвост». После «ц» пишем гласную «ы», так как она находится в суффиксе притяжательного прилагательного. «Огурцы» после «ц» пишем гласную «ы», так как она находится в окончании существительного. «Круглолицый» после «ц» пишем гласную «ы», так как она находится в окончании прилагательного.